Президент Обама заявил, что США, цитирую, «очень обеспокоены сообщениями о передвижениях российских войск на территории Украины». Затем Обама предостерег Россию от, цитирую, «любой военной интервенции на Украину». Эти заявления вызывают много вопросов. Какие передвижения имеет в виду американский президент? Just over the border, Russia continues to ratchet up their military exercises, positioning fighter jets along their western borders and deploying armored personnel carriers in Crimea. Просто беспредел настолько, что это ужас. Доехать, чтобы к вам сюда попросить у Севастополя, у России помощи для Одессы. Нам пенсионеры, у нас есть видеосъемка, где собирали по рублю, по два нам на дорогу. Одесситы очень сильно ждут вас, потому что защиту нам просить не у кого. Детей наших пытаются угрожать детьми. Мы назад не можем вернуться, потому что они объявляют в Одессе, что мы сепаратисты. Что мы предатели и так далее. Помогите, пожалуйста. Почему народ там не пришел? Учителя со школы звонят, просят защиты. Директора, учителя школы. Нам дороги просто назад нет без помощи. Нас уже ждут. Нас признали, что мы предатели. Передали по телевизору, люди звонят. Наши вот лисы вот все есть. Как мы вернемся назад? Мы только с армией вернем. Поддержите, пожалуйста, нас. Вот люди, я вас прошу. Люди боятся, они запуганы, не все могут приехать. Желающих поехать просто автопробегом было много. Но нам позвонили и сказали, если вы выйдете, вас расстреляют. А вы уже не могли сдвинуться. Мы по ночам собирали. Вот люди, спасибо вам огромное, потому что... Спасибо вам. We'll be right back.